Около 850 учащихся ежедневно переступают порог Янаульской средней школы номер 4. Уже с первых дней школьники влюбляются в свою школу и своего учителя. А почему вот вы любите школу? Ну, она хорошая. Хорошо учиться, памятней будешь. Писать мы любим. И читать. Самый любимый урок какой у вас? У меня русский. Здесь все интересное. У тебя появились здесь друзья? Да. Дима. Учительница хорошо учит. Интересно писать, читать. Преподаватели начальных классов работают по традиционной системе обучения и по системе развивающего обучения Занкова. Этот метод, эта система мы применяем с 1994 года. Первые занковцы уже учатся в 10 классе. Эта система дает хорошие результаты, на мой взгляд. Вот этот класс уже у меня третий набор. Особое внимание мы уделяем математике. Каждую субботу мы проводим олимпиаду. Дети очень любят олимпиаду. У них развивается соревновательный дух. Каждый месяц подводим итоги, каждую четверть определяем места. Ну и в конце учебного года у нас будет победитель, самый лучший математик года. Учащиеся начальной школы 10 лет назад и сегодня, вот можно их сравнить как-то, их уровень знания, общительность? Ну, уровень знания, общительность вроде одинаковый, просто мы учителя сами так рассматриваем, когда они выпускаются в 4 классе, после них, когда мы принимаем новых первоклассников, нам кажется, что они немного не такие. Нам жалко бы, обычно бывает, расставаться с теми. Но когда начинаешь работать с новыми, они тоже достигают их уровня, и кажется, они лучше. Учащиеся Антониды Русиевны Мартыновой в первом классе знакомятся с шахматными фигурами, обучаются первоначальным правилам игры. В третьем классе проводят еженедельные турниры. Каждую неделю у нас проводится турнир, и по результатам турнира у нас пока очень хорошие результаты у девочек, у Юли Мулиной, а у мальчиков у Булата Хакимова. Но это еще не окончательные итоги. Посмотрим, что будет к концу. Турнир у нас продолжается. Итоги подведем тоже в конце учебного года. Определим лучшего шахматиста класса. В школе есть свой логопед, психолог и социальный психолог. Обучением детей занимаются 69 преподавателей, 14 из которых – учителя высшей категории, 26 – первой категории и 21 – учитель второй. 7 преподавателей имеют звание «Отличник образования Республики Башкортостан», а преподавателю математики Римме Файзиевне Бадамшиной присвоено звание «Почетного работника общего образования Российской Федерации». В школе работают 7 секций научного общества учащихся. Секции русского языка и литературы, биологии, химии, математики, эстетики и искусства, истории, родных языков, английского языка. Ребята изучают предмет более углубленно, пишут научно-исследовательские работы. Преподаватель высшей категории, учитель математики, руководитель районного методического объединения учителей математики Дания Тимирхановна Хатмуллина используют в обучении метод укрупненных единиц. Вообще, каждый учитель школы старается использовать в своей работе все лучшее как из традиционных методик, так и элементы современных методических разработок. В 1998-99 учебном году в школе открылся компьютерный кабинет. Первые компьютеры появились благодаря нефтегазодобывающему управлению «Краснохомскнефть». Средняя школа номер 4 была первой в районе школы, укомплектованной компьютерами последнего поколения и считалась одной из лучших в районе. Поэтому на базе нашей школы в том году были проведены все методические совещания районные, где мы все преподаватели ознакомились с новыми компьютерами. Ребята в этом кабинете очень любят заниматься. С тех пор вот у нас уже несколько лет прошло. Ребятам очень нравится заниматься. Здесь они учатся не только работать, учатся решать задачи, дальше учатся оформлять свои творческие работы, научные работы. Занимаются все свободное время, готовятся к экзаменам, проводят консультации. Благодаря этому комитету ребята получают очень хорошие навыки и умения. С удовольствием ребята посещают и интернет.
Родной язык в школе изучают со второго класса. Минге наука лахында яшаем. Без мектепте башкорт телен үйренәбез. Башкорт теле дәрестәре бик кызык үтә. Мин туган телемде бик яратам. Башкортса укырга һәм язарга бик кызыклы. Безне башкорт телендә үрәтәләр сөйләшергә. Мин башкорт телен теләп өйрәнәм. К завершению школьного учебного курса, то есть к 10 классу, дети уже правильно выражают свои мысли на родном языке, знают грамматику. Разида Нагимовна Харисова, учительница татарского языка, руководит районным обществом учителей родных языков. После принятия закона о языках у нас вот даже в городских школах изучение татарского языка ведется по трехчасовой программе. Я думаю, это для нас очень хорошие условия. Раньше было 1 или 2 часа. Преподаватель культуры Башкортостана Дилара Фаритовна Юсупова ведет этот предмет в 8 классах. Учащиеся 8 классов с интересом изучают. Они стараются узнать как можно больше о своем родном крае, о своей республике, о ее природе, о ее культуре, о ее истории. И вот мы сейчас изучаем башкирскую литературу, этапы башкирской литературы, знакомимся с выдающимися основателями национальной литературы. И ребята вот сами находят произведения, посещают библиотеки, узнают дополнительный материал. И вот свои дополнительные знания, литературу они сообщают на уроках. С августа 1993 года работает в школе преподаватель истории Римма Макиевна Амирова. Школа новая, красивая, нас она очень радовала, и в то же было тревожно, сможем ли мы тут работать, запомним ли эти все кабинеты, лабиринты нашей школы. Но вот сейчас прошло уже 10 лет, как будто это было только вчера. И вот за 10 лет наша школа, конечно, преобразилась в лучшую сторону. Учителя внесли большой вклад в благоустройство нашей школы. Классы стали у нас очень уютными. Атмосфера такая доброты, домашнего уюта создается в каждом классе. Много в классе сейчас современного оборудования, конечно, класс оборудованы, оформлены красиво. Детям нравится. Интерес детей к вашему предмету, к истории, большой или маленький? Конечно, сейчас заинтересовать детей историей сложно, но вот особенно в старшем звене дети интересуются историей, очень много читают, слушают, смотрят телевизоры, развивающие передачи, слушают высказывания старших и, приходя на уроки, они задают сами интересные вопросы. Если где-то какую-то тему, например, мы не успеваем, они пишут рефераты дополнительно, занимаются, готовят сообщения, выступают сами, защищают на уроках свои рефераты, стараются заниматься углубленно. И кто уже занимается целенаправленно с целью поступить потом по этому профилю куда-то в ВУЗ, мы с ними занимаемся дополнительно, работаем над тестами, дополнительными заданиями. Ежегодно 3-4 ученика школы выбирают вузы с изучением исторических дисциплин. Первый год, конечно, мы занимались еще не в оснащенных кабинетах, но целый год мы думали, собирали материал, советовались, материал собирали, книги все перелопатили, новые программы просмотрели, советовались с учителями иностранных языков других школ. И в итоге через год у нас вот появился такой кабинет. Мы пригласили талантливых художников, оформителей, нашли хороший, богатый материал. Я подбирала материал, используя учебники Клементьевой Happy English. Кабинет, конечно, еще надо дополнить, доработать. Работа у нас ежедневно проходит. Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы еще будем оснащать этот кабинет, обогащать его. I study in school number 4. I am in the 9th form. I like my school very much, because I'm sure it is the most beautiful and modern school in our town. Альфия Ильдусовна Сафина сама выпускница средней школы номер 4. Мы впервые вошли в эту школу, это был 1 сентября 1993 года. И зашли сюда под классным руководством Исламы Гульнас Альбертовны. Вот когда заходили в школу, уже школа была новая, красивая, и можно сразу такое ощущение, что можно запутаться в коридорах. Но уже к концу сентября мы привыкли и ориентировались по блокам, кабинетам, и не путались. Вот первый месяц и учителя, и учащиеся
бродили по школе, не могли найти нужный кабинет. Было просто очень интересно. Но вот с того момента школа очень сильно изменилась, появилось очень много хорошего оборудования в школе, чего не было раньше. Появились специальные дидактические материалы, карты, какие-то таблицы. И детям легче сейчас работать, и учителям намного легче. Коллектив сложился. А вот раньше, как ученику, было приятно то, что коллектив учителей был новый, им самим было интересно работать. Нам было очень интересно учиться. Это было как-то вот своеобразно, чего не было в других школах, где я училась. 9-й год. Работает в средней школе номер 4 педагог с 33-летним стажем учитель музыки Ильдар Габдрахманович Киков. Он воспитал не одно поколение музыкантов нашего района. Созданный им оркестр духовых инструментов – неизменный участник всех торжественных мероприятий города. Также в школе работают кружок кураистов, вокальные, танцевальные кружки, периодически создаются вокально-инструментальные ансамбли. С удовольствием ребята в эти кружки ходят. Даже мы районного масштаба, республиканского масштаба, они регулярно вступают, любят, посещают. Учитель технологии Земфирка Семьянович Галинуров ведет кружок резьбы по дереву. Земфирка Семьянович принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании учащихся, причем не только своей школы. Будучи ветераном афганской войны, он возглавляет районный совет ветеранов войны в Афганистане. Помимо уроков труда, у нас в нашей школе работает филиал станции юных техников, кружок декоративно-прикладного искусства, резьба по дереву. Вот здесь, если вы видите, подделки изделия ребят, которые сделаны именно ребятами, которые занимаются на уроках, на занятиях этого кружка. Ребята особенно интересуют, вот, когда ребята работают на токарно-станках, выпиливанием, создают свои резные изделия. Большинство изделий, которые ребята изготавливают, они, конечно, с собой берут. Им то, что они создали своими руками в течение полугода, в течение нескольких месяцев, они остаются, как говорится, память себе. Большое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию. С 1994 года возобновились игры «Зорница» и «Зорничка». Юноши соревнуются в игре «Деловой парень», выезжают на военные сборы. Большинство выпускников школы добросовестно служат в армии. В школу регулярно приходят благодарственные письма с места их службы. Во время краткосрочного отпуска солдаты приходят в родную школу, встречаются с учителями и ребятами, рассказывают о своей службе. В первый же учебный год в средней школе номер 4 был создан клуб «Почемучек». Его руководитель, учительница биологии Валентина Самойловна Ижболдина, уверена, юные клубовцы могут ответить на любой вопрос о флоре и фауне нашего района. Для того, чтобы целенаправленно, научно работать в этом клубе, мы организовали тропу Бериндея. То есть мы дважды побывали в экологическом лагере. Нам очень повезло, что мы были и в Башкирском государственном заповеднике, мы были в Южно-Уральском заповеднике, и под руководством научного сотрудника Волкова мы научились вести мониторинг. То есть, а уже вот после этого мы заинтересовались самым красивым уголком нашего района, мы считаем, это Сакат-Тау. Сначала составили первоначальный список находящихся там растений, животных. Несколько раз мы туда выезжали, вот здесь уже мы вели исследовательскую работу. Сами составили Красную книгу Сакат-Тау Янаульского района, наблюдали. И отрадно то, что в последние годы у нас растительный и животный мир пополнился. У нас снова появились цапли, журавли, кабаны. Последние 3-4 года есть уже там рысь, и даже уже появились следы медведя. Вполне возможно, что скоро эти места займут и наши медведи. Значит, это у нас создается благоприятные условия для наших обитателей флоры и фауны. На свои мероприятия юные почемучки приглашают ребят из других школ города и района. Сами тоже ездят в гости. К примеру, в прошлом году были в Нефтекамске и Николо-Березовке, а в планах поездка в государственный башкирский заповедник. Человек, любящий природу, он никогда скверно с ней не поступит. И после окончания школы они избирают профессию, связанную с биологией. Это очень отрадно и для нас, и для родителей, но и в целом, я считаю, и для нашего города. У нас уже
есть учащиеся нашей школы, которые учатся и в университете медицинском, башкирском, учатся в педагогических институтах. Отрадно сказать, что учащиеся нашей школы занимаются уже и научно-исследовательской работой. Допустим, вот в прошлом году, когда был слет экологических юных друзей-экологов, наша Аделя Негамадшина, несмотря на свой юный возраст, она семиклассника, по дождевым черри, вермикультура, она заняла третье место. Это ее исследовательская работа была очень интересной, живой. Она очень много примеров приводила с теоретической точки зрения, с практической точки зрения. И эта работа исследовательская у нас продолжается. Я счастлива тем, что рядом со мной работает Елена Ринатовна. Она молодой педагог, энтузиаст своего дела. Дети ее любят. У нее большие успехи, успехи в Олимпиаде. И вместе с ней вот мы создаем не только кабинет природы, кабинете, но и наш пришкольный участок, мы считаем, что он у нас все равно один из лучших, и уютные уголки, вот как вот здесь. Елена Ринатовна Гарифуллина руководит работой секции научного общества учащихся по химии «Логос», созданной в 1999 году. Мы изучаем свой родной край, проводим исследовательские работы, берем анализ воды, изучаем свой край, животный и растительный мир, флоры и фауны изучаем. Стараемся беречь наш край, беречь природу и, конечно, приумножать богатство природы. Будущее нашей многонациональной Родины, ее престиж, ее влияние все более зависит от степени сознательности подрастающего поколения, от понимания ими национальных и интернациональных отношений. Основным каналом осуществления интернационального воспитания в нашей школе является клуб интернациональной дружбы «Радуга». Работа клуба основывается на переписке и участии в фестивалях дружбы. Мы подружились со многими ребятами, были на фестивале в Коврове, были в Оренбурге, были три раза в Волгограде, Костомукши в Карелии, в Шимуше, Чувашия. И вот свой 5-летний юбилей мы провели уже у нас и на Оле, в нашей школе. И к нам приехали наши друзья. Друзья из Саратова, из Ижевска, из Вишкар-Алы, из далекой Тывы приехали друзья. Также были ребята из Чувашии, вот всего 5 делегаций. Такие встречи, они не бесследны. На фестивалях мы, как говорится, обмениваемся опытом, здесь мы показываем свое творчество, посещаем интересные места, экскурсии и, конечно же, приобретаем новых друзей. У нас есть друзья из Америки, из Конго, вот, есть из Великобритании. Мы переписываемся. Конечно, очень много даже адресов, если кому-то нужно, вот, например, мы тоже можем предложить. Ну, конечно, они к нам не приезжают, но мы вот порой встречаемся на фестивалях. Мы вступая в совет литературного клуба «Орион». Вот так торжественной клятвой 21 ноября 1994 года началась деятельность литературного клуба «Орион». 39 учащихся 14-16 лет стали первыми клубовцами под руководством президента клуба Земфиры Зайнуллиной и преподавателя русского языка и литературы Фаузии Хабибьяновны Нуриевой, или, как зовут ее дети, Фаины Хабибовны. Ребята начали пробовать себя в поэзии, прозе, журналистике, драматургии, в искусстве и музыке. Как литературный клуб, он был зарегистрирован при Министерстве просвещения Республики Башкортостан. Клуб «Орион» имеет очень интересную историю. У нас очень большой материал накоплен за эти 9 лет. Из года в год выпускаются дети, мы их не забываем. И что очень приятно, многие ребята, которые находятся именно в этом клубе и выходят из этого клуба, они выступают в высшие учебные заведения. Нежно, тонкий нам с тобой, лунный серп сияет ясно. Тот, кого зовут судьбой, взглядом вдруг поманит властно. Свет любви и рядом друг, жажда сердца утоляет. Лучше целует звездный круг, небо море обнимает. Есть у нас успехи вообще
как в поэзии, так и в прозе. Очень хорошие произведения, как бы литературы в прозе. Это Зайнуллина Земфирова печаталась на «Усских зорях», Марина Нуриева печаталась, она же и была президентом далее клуба. Работа клуба «Орион» не заключается только именно в стенах школ. Мы выезжаем и республику изучаем, выезжаем и отдыхать. Ездили мы по историческим местам в свою республику, в город Уфу. Далее были, отдыхали, в Кунгурскую пещеру ездили с ребятами литературного клуба, ездили на туристическую базу, и приходится, естественно, обращаться вот к руководителям за помощью. В этом отношении вот многие годы нам помогал председатель пенсионного фонда Насретдинов, помогает нам Кайбышев Динар Левкатович, помогает нам и АТП. Клуб имеет свою программу, эмблему, выпускает газету «Абажур» и настенный альманах «Орион». Клубовцы принимают активное участие в общешкольных мероприятиях, углубленно изучают русский язык и литературу, организовывают свои вечера встречи с известными в районе людьми, тесно сотрудничают с общественными национальными культурными центрами, литературным объединением «Замандаш». С удовольствием участвуют орионовцы в театральных представлениях, готовят утренники для малышей, играют в КВН. За эти годы из клуба вышло около 150 ребят, и каждый из них нашел достойное место в жизни. В этом году в клубе работает новый коллектив – 42 учащихся 8-11 классов. В преддверии 10-летнего юбилея школы орионовцы готовят праздничный выпуск газеты. Помимо «Радуги», «Орионы», «Почемучек», в школе работает литературно-краеведческий клуб «Родник». Руководитель этого клуба – заместитель директора по учебной части Гульназа Альбертовна Исламова. Также со дня основания школы работают здесь учителя русского языка и литературы Зелифа Хатиповна Файзуллина и Ирина Сергеевна Имашева, учитель географии Адибана Зиповна Мухаммеддинова, учитель истории Светлана Хабировна Низамова, учительница технологии Фагима Магруфовна Исламгалиева, учитель математики Алсу Равкатовна Сахратова, учителя начальных классов Гульсина Мансуровна Янагирова, Роза Наиловна Султанова, Ирина Геннадьевна Новикова, Рита Халимьяновна Шабуддинова, Елена Михайловна Ведерникова, Милюша Анфировна Шакирова, Эльмира Камильевна Гарипова, Ирина Рашитовна Кашапова, Гузель Сабирьяновна Габдрахимова, Гульшат Мухаметовна Галиудинова, также учительница русского языка Лейсан Каусаровна Гараева, Дания Мундировна Мухаметьянова. Все эти 10 лет заведуют школьной столовой. Понимая, насколько важна энергетическая подпитка для уже уставших к 3-4 уроку детей, работницы столовой стараются готовить вкусные блюда из мяса и овощей, молочные блюда, сами делают выпечку. Все эти 10 лет школой руководит Кадыр Галимович Хузин. Одним из ярких и значительных событий истории последних десятилетий нашего района стало открытие в 1993 году средней общеобразовательной школы номер 4. Это было действительно очень важное и нужное дело, и очень приятно, что такое дело совершилось. Заслуга в том, прежде всего, руководство нашего района, дети и взрослые, все на улице рады и благодарны Язову Назарию Загидовичу за то, что сумел он вовремя решить тогда все непростые вопросы, связанные с строительством нашей школы. Строилась школа в пустом месте, комплектовалась в условиях развала экономики и разрыва всяких производственных связей. Начинали, как говорят, с иголки и нитки. Отсутствовали в наличии наглядные пособия, приборы, оборудование, дидактические материалы по физике, химии, спортивные товары, карты, в основном все, что необходимо. В такой обстановке и в непростой и сложный период истории мы начали большое и ответственное дело. Благодаря самоотверженной, старательной работе КДС коллектива, других работников, родителей и самих учащихся школы созданы все условия для успешной учебно-воспитательной работы. Позади много совместно добрых и хороших дел. И очень приятно отметить, что все мы полюбили нашу родную школу, нашли общий язык и сумели организовать плодотворное сотрудничество. Самое главное, детей, родителей, педагогов, собранных из разных школ, сплотили в единый сплоченный коллектив. В непростых условиях социально-политической обстановки в стране школа успешно ведет реформирование образования, коллектив напряженно
трудится над реализацией учебно-испытательных программ. За эти годы наша школа сделала 7 выпусков старшеклассников, дала путевку в жизнь 518 учащимся. 42 выпускника награждены серебряной и 5 золотой медалью за особые успехи в учении. В настоящее время 258 наших выпускников обучаются в вузах России, причем в вузах государственных. По поступлению в вузы наша школа ежегодно занимает первые и вторые места. Мы никогда еще ниже второго места не опускались. Кроме того, 35-40% наших выпускников поступают в средние специальные учебные заведения. Наши педагоги, наша школа, я сам лично прослеживаем жизненный путь всех наших выпускников. И сегодня я очень рад, что все они нашли свое место в своей жизни, все они стали добрыми и хорошими людьми. Я очень благодарен всем нашим выпускникам, учащимся вот в своей родной школе, которая еще вот продолжает обучение, которые с честью выступают во всех районных и городских олимпиадах, соревнованиях, иных мероприятиях и всегда занимает достойные места. Ежегодно наша школа представляет и защищает честь района в республиканских олимпиадах по математике, по русскому языку, по биологии, экологии, истории, обществоведению, технологии, физической культуре и спорту. 10 лет тому назад в центре города было построено не просто современное здание школы. Самое главное, появился и встал на путь становления окреп многочисленных коллектив детей, родителей, учителей, объединенных ответственность за судьбу подрастающего поколения. Школа сегодня нашла свою нишу, она живет, наполняется всем лучшим, обогащается добрым и светлым. В настоящее время перед школой стоят действительно большие задачи. Никогда перед образованием простых задач никогда не стояло. Вот мы переходим на так называемое профильное обучение, и поэтому нам надо поставить на следующую ступень, надо на большую высоту образовательный процесс. Большие проблемы в связи с вот теми событиями, которые происходят в нашем обществе, стоят и в воспитательном плане. Это нам надо улучшить и нравственное воспитание, и патриотическое воспитание. И очень много нам надо работать еще по созданию, по воспитанию гражданина Республики Башкортостан. Учителя, предметники ведут большую работу по подготовке к единому государственному экзамену. Дети уже выбрали предметы, какие предметы будут сдавать, как единый государственный экзамен. Я надеюсь, что вот труд наших учителей не пропадет даром, и наши учащиеся с честью выдержат эти экзамены. Мы от всей души поздравляем коллектив преподавателей и учащихся средней школы номер 4 с 10-летним юбилеем и желаем им отличной работы, отличной учебы